На Театральной площади сегодня прошла генеральная репетиция парада, посвященного 71-й годовщине Победы. В 5 утра на главную площадь города прибыли соединения и части Краснодарского гарнизона, кадеты военных училищ и казаки. А через час на Театральной площади стартует краевой праздник. Встречать гостей будет сводный оркестр Кубани. 300 музыкантов исполнят мелодии военных лет. Здесь будут работать тематические выставки плакатов ветеранов Отечественной, картин и литературы о войне. Гостей обещают накормить солдатской кашей, на площади уже развернули полевую кухню.